ekipada się ustawiają co na tej kilowarodze. Tam będzie zabawili. Все, бензин закончился у него. Че? А? Ага. Охренеть не надо. Ворота пипец. Че такое? А? Почему они вот отсюда их не взяли? Почему вот отсюда они ворота никто не берут? Вообще кто-нибудь? Ну, мы решили по короткому пути. Ну, понятно. Егор, мы там ехали? Не, ну у вас нормально вы проехали. Пока они первые, да, идут? Пока да. Ты что, можно развернуться и вот так здесь, да? А вот тут я понимаю, что это. Опусти чуть-чуть окно. А, во, нормально. Объяви, объяви, что ворота, ворота можно брать с любой стороны. Да, не забываем, ворота можно брать с любой стороны. Использовать любую тактику. Главное, чтобы слева была эта хрень. Ваня, лови струйку. У нас сегодня присутствуют знаменитые люди из мира автоспорта, именно категории спорта Swift Trial. Это Дмитрий Григоренко, чемпион России по Swift Trial. Романов Олег. Егоров Андрей. Все профессионалы наблюдают за тем, как наши девушки преодолевают ворота, берут их друг за дружком, правильно, неправильно. То есть потом будет обсуждение всего того, что происходило сегодня в этот замечательный солнечный день, день 8 марта. Или не будет третьи ворота? Вот, мне непонятно правило, почему можно с другой стороны отшивать. Не-не, главное, чтобы вот это вот слева от водителя была. А так можно и отсюда заехать, и отсюда заехать. Это на джипе, это на... Ну это на мозги, ну, на мозги я знаю. Там. Я вот начинала тогда еще его. Осторожно, девушки. Куда она хочет? А если она вот так заедет, у нее вешка справа будет с номером. И по правилам. А как она хочет заехать? Видимо, вот так. Ну я тоже так подумала, справа уже будет. Непонятно совершенно, что она хочет сделать. Сейчас будем. Ага, посмотрите, она обхитрила опять всех. А она сейчас по прямой будет вылетать, по-моему. Слышишь, Иван, ну прекращай, ну хватит показывать тут этот. Не надо никому ничего показывать. Не надо ничего подсказывать никому. Итак, штурман покидает автомобиль прямо в воду. Здесь очень мелко. Штурману стоять за автомобилем во время движения запрещено. Либо с правой, либо с левой стороны, либо спереди. Сзади стоять запрещено.
достань мне из переднего кармана. Вопрошку. Из переднего, понятно, что передний карман. Ну, вот самый первый. Подключим в другую сторону! В другую! Вода. Там где вода или где? Нет. Большой карман, да? Ну да, он большой, но ближе к верху. Задний ход, задним ходом она не умеет двигаться. Все, отходим. Отходим, отходим, отходим. Отходим оттуда. Отходим ворота. Нет. Давай, 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 давай. Чё? Егор, что ж? Да. Вон там он где-то стоял. Наверху? Я не знаю. Вот где-то тут он. На территории. Я не знаю, да, где он. Здесь он. Я его здесь видел. А чё, где? А ты будешь гонять? Так, осталось 30 секунд. Успевает. А молодцы. Хорошо.